Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Обзоры Брик, и сегодняшнее небольшое видео будет посвящено именно вам, мои подписчики. Хоть я не очень часто выпускаю видео, потому что мне иногда лень, а иногда просто нечего снимать, но все равно потихонечку подписчики набираются, и нас уже стало целых 30 тысяч. Хочу сказать спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, а также делится этими видео с друзьями. И за это я вам даю вот такую медальку. Конечно, одной медалькой мы не обойдемся. 30 тысяч это вроде как круглая дата, поэтому нужно устроить какой-нибудь конкурс. Что мы сейчас с вами и сделаем. Конкурс мы с вами точно устроим, а вот такой вот приз получит победитель. Давайте посмотрим, что тут есть. Победитель этого конкурса получит 8 оружий. Все эти оружия от компании Brick Arms. Здесь нет ничего китайского. 2 советских пулемета, 2 винтовки Мосина различными цветами, одна коричневая, другая черная, и 4 автомата Калашникова. Также 2 бронежилета различных цветов, 1 шлем и какой же конкурс без гитары. Я считаю, что приз получился довольно-таки неплохим. Давайте сейчас посмотрим поближе бронежилеты. Бронежилеты, кстати, тоже от компании Brick Arms, так же как и шлем. Как я уже говорил, шлем тоже от компании Brick Arms, и он отлично подойдет по цвету вот к этому бронежилету. Со 100% уверенностью могу сказать, что этот конкурс будет проходить в нашей группе ВКонтакте. Ссылку на группу я, конечно же, оставлю. Условия конкурса вы можете узнать там же, в нашей группе ВКонтакте. Я думаю, что условия будут очень простые, поэтому каждый из вас сможет поучаствовать. Очень надеюсь, что в этом конкурсе будет участвовать большая часть моих подписчиков. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока!